нам в страну приезжают очень много иностранных журналистов. И как журналисты, командированные в Абхазию, так же, как и в качестве туристов. И вот предоставление им такого права, мы тем самым демонстрируем это европейские традиции. И когда журналист, это не просто турист, который посетил объект, а журналист, который посетил культурный объект, это носитель, человек, который потом станет передавать эту информацию, тем самым мы будем способствовать вот пропаганде нашей культуры. И еще наши же журналисты, многие, более 30 человек, являются членами Союза журналистов России. И в ближайшем будущем они получат право бесплатного доступа к российским музеям. Если мы продемонстрируем и раньше введем это право и предоставим нашим российским коллегам посещать наши музеи бесплатно, это тоже хорошая демонстрация.